Главный защитник Филиппин по делу о Южно-Китайском море заявил, что арбитражный суд может отменить правовую основу так называемой китайской девятипунктирной линии. Эту информацию прокомментировал МИД КНР. Официальный представитель ведомства Хун Лэй уточнил, что арбитраж является незаконным, а сам трибунал не имеет юрисдикции по этому делу. Мы хотим подчеркнуть, что арбитражный суд в соответствующих случаях не имеет юрисдикции, поэтому его решение является незаконным и недействительным. Суверенитет и морские права Китая в Южно-Китайском море основываются на исторической правде, и их настойчиво доказывали все поколения правителей Китая. Любое решение незаконного и недействительного арбитража не повлияет на суверенитет, морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море.